a ganger. Can't take man for a spanner. Next time, man, I'm taking a dagger. Now I'm serving on my open door. Marginal hallway balling, talk about how I'm getting home by 4. Big man at 17, can't be stuck up my home no more. Mom saying stuff about opening up, but. Сейчас я нахожусь на больших соревнованиях в Прибалтике, называются они Мэд Лепа. Сегодня у меня будет раскатка и у остальных, как аматеры, про и семи-про. Сейчас проходит раскатка семи-про, моя раскатка будет через 1.5 часа, пока я поснимаю других, ну и вставлю пару видосов, как другие катаются, так что давайте. Перед этим я покажу сначала вам парк юниоров. Тут разделены две зоны, юниоры. Они катаются в этом маленьком парке. Здорово, Санёк. Здорово. И самая большая часть — это вот это. Вот такой вот мини-парк здесь. Там находится большая зона. Потом перейдем туда. Оу. Это был Санек. Он выступает послезавтра в этом парке. Я буду болеть за него. Такие вот здесь сейчас трибуны. К субботе их приукрасят немного. И здесь уже будет сидеть толпа людей и наблюдать за тем, как мы будем разносить скейт-парк. Вот так вот. Мне нравится этот фестиваль, потому что здесь большой уровень, много зрителей, все дела. И вот. Там сейчас раскатывается семи-про. Сейчас пойду к ним. Вот такой вот здесь большой спайн. Спайн невероятных размеров по сравнению с моим локалом, Копли. Это спайн где-то... Я даже не могу сказать, насколько он большой. Давай, не... Еще раз повторюсь, скейт-парк невероятных размеров. Вот здесь вот я снимаю, а вот там находится Эрнест Кирьянов. Он снимает. Сейчас залез на новую фигуру. Здесь огроменный степ-ап, прям на нем сейчас стою. И тут пару райдеров будут делать много трюков. Этот степ-ап очень большой по расстоянию, я не знаю, 1.5 метра минимум. Высочен. Здорово, Ник. Сандер. Лукас. Привет. Я прыгнул к себе. Красавчик. Отходим. Вар. Вар. Эрнест Кирьянов. А я просто закинул. Как... Hello! Нормально? Пиздец. О, давай. Чего? Давай. Ну еще. Очень чисто, давай. Как кататься? Все, нас сейчас запустили в парк на раскатку. И сейчас я сниму пару трюков от первого лица в этом огроменном парке. Я так рад, смогу наконец в нем покататься. Так что давайте. Ну,
Вот такой вот здесь у нас парк. Он огроменный. Мне очень нравится в нем кататься. Сейчас вылетим разок в спайн. Ой, в степ-ап. Вон туда прям. What's good? Two hours later. Miro! Я ее записывал, как мэр. Ты видел, как я бутеркап сделал? Я тоже чуть не сдох, ты видел? Я хочу прыгнуть, я, короче, чисто флэт прыгаю. Просто все кольцо. Так, сейчас пока что я выключаю камеру, потому что хочу потренироваться без нее, так как она мне немного мешает. И пробую сделать свой изначальный лайн, и может быть его вставлю потом. Но так просто готовлюсь к соревнованиям, так что давайте. И все, это суббота, день соревнований. Сейчас за мной находятся трибуны, туалеты и скейт-парк, в котором будут проходить эти огромные соревнования. Попробую что-то подснять сейчас. И попробую что-нибудь занять на этих соревнованиях. Так что давайте, пожелайте мне удачи и погнали. Привет. Итак, всем привет. Опять. Сейчас у нас прошла квалификация про категории и семи-про тоже. Откатал я очень хорошо и очень сильно доволен своей попыткой. Сделал все трюки, которые хотел, но оставил пару козырей на финал. Финал будет проходить завтра. И вот, так что пожелайте мне удачи. Ну как, через экран можете сказать, типа там поздравляю и все дела. Сейчас будет у нас проходить BMX. Там будет очень много крутых райдеров, включая того, там будут райдеры с разных стран, зарубежных. И вот. Так что давайте. You need much time for it. Yeah, it takes a lot of time. I had a private teacher for piano. Здорово. Who the fuck is this? Hello, go subscribe to my Instagram. Lehtin and Max. Lehtin Max. Aaron Naked here. Andre Laike. Go follow Maxim YouTube. Lehtin Max. Да, ребят, вот такая вот у нас здесь палатка Red Bull. Бесплатные напитки, но Red Bull'ов тут почему-то нету, как в Перми. Я люблю самокат. Самокат, да, люблю кататься. Лукас еще подлетел у нас. Здорово, Лукас. Здорово. Это у нас, мы во влоге, кстати. Привет. Егри! Что такое? А? Что такое? Локоть болит. Отвалилась, рука мы приклеивает. Сейчас мне пришьют руку, да. Пойдем. Пришиваем руку, да. Уже пришли. Я во влоге? Да, ты во влоге. Всем привет. Пошли картошку купим. Ты купишь картошку? Нет, ты со мной. Зачем мне покупать? Привет. Ладно, все. Стой. Сейчас пойдем покупать картошку. Сейчас нам пришли результаты. И я был первый в квалификации. Но этому не так сильно радуюсь, потому что завтра у меня будет финал.
И завтра мне надо будет так постараться, чтобы опять выйти на хорошее место и попасть на подиум. Потому что в прошлом году я занял 4-е потому что я упал. И вот сейчас я вам покажу результаты. Они сейчас прям висят. Вот так вот. И еще мой друг прошел финал. Да! Так, все, мы теперь продолжаем. Это уже последний день. Сегодня будут проходить все финалы. Здорово. Гэнг-гэнг. Это мои операторы на сегодняшний день. Сзади раскатывается Semi-Pro. И вот все, что я хотел сказать. Сейчас. Инстаграм оставь. Кого, тебя? И меня. Тут будет Инстаграм. Сейчас пойду пока поснимаю раскатку Semi-Pro. Все, забрались мы на рампу. Здесь все стоят, раскатываются. Даник, что скажешь? Ну, пару раз заснейкерили, но пытаюсь нормально раскататься. Нормально. Вот, надо пару трюков на стопап снимать, пойду поснимаю. Если что, он хотел на бар. Он хочет сделать через вот этот большой спайн 3 випа на бар. Мадлепа, Питерсон, Егор, как что, как скинт кон? 2023. 2023, давай. Cool down, 10 seconds left. Heel
Puj, Kiklas, Bartman, Thun, Flairs, ideāls! Un Vīt Pater, ka vēl iekšā laikā paspēja. Ļoti labi! Ok! Все, сейчас я уже нахожусь дома. Извини то, что не смог снять концовку, так как у меня села камера, снимал я целый день, и я ее не заряжал. За это простите, конечно. Ну, я очень рад, что я занял второе место, так как очень хотел попасть на подиум на этих соревнованиях. И спасибо, что досмотрели до конца. И тогда до скорых встреч!